Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в Лунтика, то есть ход за домашними лунатами ремейк. Короче говоря, это игра от подписчиков, просили меня ее снять. Я Лунтика люблю, до сих пор, кстати, на самом деле люблю, и поэтому я с радостью согласился. Короче говоря, смотрим, что у нас тут вообще. Говорили там... я на сайте видел подсказки, ссылка на игру будет в описании, конечно же. Надеюсь, на эту музыку по-любому действует авторское право. Надеюсь, что не забанят. Ну, а вот на это уже, я думаю, нет. Во-первых, так, мини-игры. Сначала давайте нажмем играть. Короче говоря, это лунтики, точнее, нултик, пунтик и рултик. А где же просто лунтик? Где же лунтик-то? Короче говоря, так, вот так вот мы перемещаем их, я так понимаю. О, это они жрут. Ой, показатели-то понижаются. Только, я вот что хочу сделать. Блин, вот это перемещение, конечно, не очень-то радует. Давайте большого где-то посередину, маленького туда. И вот так вот чуть-чуть их подвинем. Ягоду... А, блин, ягоду не сдвинуть. Так, тогда этого... Да, блин, вот это перемещение-то бесит, если честно. Большого... Ой, все, опоздал. Так, ладно, большого... Вот среднего сюда, большого куда-то сюда. Блин, как это бесит, а? Вот так вот, на превьюшку пойдут. На превьюшку и вот так вот. Прикольную превьюшку сделать. Короче, я так понимаю, их надо кормить, укладывать, спать. На, жри. Ну что он не ест-то? Не хочет, видимо, есть. Так, значит... Один спит, а остальные подождут. Необычно. Ой, бодрость. А, ну из когда все звуки взяты. Твой лунат обиделся и ушел, ты ужасный родитель. А что надо сделать, чтобы выиграть, кстати? Тут вообще можно выиграть? Так, во-первых... Держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Да, блин, это раздражает. А маленький лунтик, видимо, не... А, держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Не хочет есть. Держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Что у нас шприц сделал? Ё-моё, блин, вы чё? Вы чё меня так пугаете? Блин, а какой из них, кстати, пунтик? Вот этот? Как-то не странно. Спят, кстати. Чё это за... Вот так вот. Ой, ну игра, господи, я в афиге вообще. Не, вот чтоб поугарать, эта игрушка прям классная. Не, вот реально поугарать здесь можно. Вот, блин, это просто прикол. Давайте-ка еще раз. Блин. Не, вот эта штука меня напугала. На, еще лови. Все, кончились, что ли? Таблетки, а таблетки что-то делают? Таблетки-то невкусные же. И не хотят жрать. Да блин, как это раздражает. Ешь таблетки, ешь! А почему им таблетки вообще нужны? Они больные, что ли? И почему у них здоровье и бодрость понижается так быстро? Они реально чем-то болеют, мне кажется. Вас надо срочно лечить. Ускоряемся, даем им таблеточки. Двигаем, чтобы сожрали. Не жрет. Скорее. Спать, бодрость повышать. Сытость. Не получилось. Какой
Ладно, давайте еще разок, потом посмотрим, что у нас там с мини-играми. Где же Лунтик-то сам? Что это за клоны Лунтика, блин? Разноцветные. На, напугай меня еще раз. Блин, это капец какой-то. Просто прикол. Ешь, ешь, я сказал, ешь! Ешь, тебе сказали. Я сказал, ешь! Я супер-пупер мега воспитатель Максим Мазы, и я приказываю вам жрать. Ой, сытость, сытость. Короче, каждая отвечает. Ой, бодрость-то понижается. Еще и на краю кровати лежит. Так, теперь этого укладываем спать. Да блин, ну как я сытостим сейчас всем поднимать буду? Да блин, ну её на. Короче. Давайте посмотрим, что у нас тут по мини-играм. Пунтик очень ранимый, его легко расстроить. Жизнерадостный. Тут 4 игры. Спокойный, молчаливый Рултик. Бултика, его, кстати, не было. Страдает социофобией. Фиговенько, фиговенько. Жизнерадостный Нултик. И Пунтик, мы уже его посмотрели. Очень жуткая игра, которую не рекомендуем слабонервным. Не дайте шкале терпения и слабо... Ой, это... И батарея упасть до нуля, иначе лунат убьет вас. Ну какая жестокая игра, блин. Выключите фонарик на клавишу Z и будьте аккуратней. И заряжайте механизм вент, чтобы выжить. И еще кое-что я дол... Уже не сказано, что там должен. А, блин, мышка застряла в клавиатуре. Опять застряли. Там провода застряли. Так, что у нас тут? Что надо с этим делать? На Z выключается фонарик. Он перемещается. Он перемещается. И тут комната такая... А, блин, а что же звуки-то такие жуткие? Я немного не понимаю. Куда он делся-то еще? А-а-а, блин! Ё-моё, блин, сараться. Ё-моё. Игруха что-то обалдела, нафиг пугать меня. Смерть лишь начало. Ну и чё, давай. Давай, чё, ничего не жмется, блин. Какая-то жесткая игра. Ну сколько еще ждать? Давай быстрее. А, вот, все, нажал пробел, оно продолжилось. Ладно, давайте еще раз, что у нас с социофобией-то тут. Так, ну, Милу, Лунтика и Милу опять вижу на картинках. А, его надо искать и давать ему ягодки. Он прячется, что ли, от ягод? О, а что у нас здесь? А, вот оно, что за винт. Как терпение. А, он сам сожрает. Ой, тьфу, что это такое, блин? Что это такое? Что? Что это такое? Исчезни нафиг. Ой, повышаем, повышаем. Повышаем. А, лунфакт это был. Что за лунфакт, блин? Что это за фигня сейчас бегала? И, блин, она смешная такая, капец. Ну, это игрушка плюшевая от Лунтика. Так... Опять? Блин, она так нелепо смотрится. На, съешь ягодки, пожалуйста. Зажимаем. Луна-то можно гладить на ПКМ. А, я его потерял. Где он? Я его начал гладить. А, он съел ягодки все. Ладно. Я не дебил, скажи спасибо, что ты живой. А не одна. Так, хватит пугать меня, социофоб ты долбанный, блин. Я не до конца понимаю, как играть вообще в эту игру. Где ты, ё-моё? Он опять съел ягодку и... А, вот просто кликаем, он съедает яблоко. Вот, блин, господи, я забыл про эту фигню. А, да, надо на пробел нажать, чтобы это исчезло. Блин, давайте другую игру. Очередная опять хоррор игра.
про закулисье. Отпугивайте инфицированных лунатов фонариком, но не все так просто. И Пунтик боится фонарика. Ролтик триггится от фонарика. А чтобы прогнать инултика, кликните на него. О господи, ну зачем хоррор игры про Лунтика? Лунтик это никакой хоррор быть не может абсолютно. Кышец, кыш. О господи, фу. Блин, я даже продолжать не хочу, давайте другую игру. Истребители. Вы купили что-то там истребители. Так, а как управлять? А как стрелять? Как стрелять? Стрелять как? На какую кнопку? Как стрелять? На какую кнопку? Я понял, что смерть лишь сначала. Может тут написано? А, на Z. Понятно, надо было прочитать. А управляется стрелочками. Вот так. Была... а что туда нельзя, что ли? Давайте еще раз. Отведайтесь силушки скорострельной. Чем-то напоминает игрушку Space Impact на Nokia. Например, таких как 3510 Nokia. Там был. Там тоже была подобная стрелялка, только там был космический корабль. Но мы там тоже так же стреляемся. И там в конце боссы всякие должны. Господи, какая она громкая! Ужас просто! Ужас громкая какая! Давай! Только не подыхай, я прошу тебя! Отведайтесь, сынышки, скорострельной! Да я, похоже, сдох. Походу, я сейчас сдох. Как они классно взрываются. Все, хватит с этой игрой. 0 рублей. А, кстати, как рублицы зарабатывать? Рандомная битва. Это мини-игра. Рандомная битва в стиле атака лечения. Вас закинет на первую готовую локацию. Битва с боссом. Получите свои трофеи при победе. Давайте посмотрим, что это такое у нас. Классный танец. Яблок. Отведал силушки богатырской. Класс. Ну? И чё дальше? А чё дальше? Где кнопки-то? О, ага, лечение. А сколько у него хп? Сколько его бить-то нужно? Давай. Яблоко, отведай силушки богатырской. Ай, больно. Сколько его атаковать-то нужно? Лечение. Отведал силушки от яблока. Больно. Нафиг. Он, кстати, очень ритмично, под ритм прям танцует. Вот какая красота. На, еще лови яблоко в лицо тебе. Как же его победить-то? У него хпшки-то не отображаются нигде. Отведай-кась. О, мы победили! Мы победили! Ура! Максимадзе и его армия лунтиков побеждает всегда. И что у нас? Тут у нас еще магазин какой-то был. Давайте посмотрим, что у нас такое. О, дедашир. Короче, добро пожаловать в мой магазин. Чё? Denied. Нифига не понял, что он сказал, но... Шприц, таблетки, но лучше. Повышает более здоровье, но лунат из-за этого расстраивается. А, ну потому что больно, но это понятно. Ну это, в принципе, логично. Так, у нас 300 рублей ни на что. А, нет, хватает у нас на мяч. Еще хватает на кофе. Чашка кофе повышает бодрость луната, но понижает здоровье. А какого хрена кофе должен понижать здоровье? Какая-то логика тут странная немного. Давайте купим мяч и купим кофе. Потому что у нас больше ничего не хватает. Пока
пока, деда Шер. Пока, деда Шер. А это я для этого нужен, я так понимаю. Для этой игры, а для основной. А кофе где? Где ж кофе-то? Я же его купил. О, какое счастье! Блин, нашли подбирать какие звуки, блин. А, это бодрость снижает. Пора спать, детки. Блин, я не того положил. А, зачем я его... А ты ведайте ягод вкусненьких. Он что-то не жрет. Жрет. А как выйти? Можно отсюда выйти? Ладно, пусть он, пусть они... Пусть сытость какой-нибудь закончится и все понятно. Короче, вот такая вот игрушка получилась. Какая-то она странная, но очень угарная. Мне понравилась. Ссылочка на нее будет в описании. Ну а на сегодня все. С вас Ликос подписался. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, чтобы не вырубу ВКонтакте. И всем пока.